Подготовка к зиме в Самаре уже началась. Рабочие перекладывают старые трубы. Только на этом участке на улице Карла Маркса под замену пойдут 92 погонных метра трубы. Сейчас работы одновременно ведутся на нескольких объектах. В планах до конца года переложить почти 5 километров труб. Это такой же объем, как в прошлом году. Сейчас мы уже все необходимые согласования от городских властей получили. Работы по участкам перекладки тепловых сетей, в принципе, уже начаты. На трех объектах работы развернуты. Значит, на оставшийся объект у нас в планах выходить начинается уже на следующей неделе. Все ремонтные работы должны завершить до 15 сентября. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События.